Вместо лекций – поздравления, концертные номера и выступления команды КВН. Единственная команда, которая представляет Петербург в высшей лиге. Самый первый учебный день года в Инжиконе уже по традиции отмечают с размахом. Инжикон выбрали вполне осознанно и ни разу в своем выборе не усомнились. Инжикон – инновационный вуз, в нем проводится очень много различных мероприятий и проектов с активной научной жизнью. Поэтому возможность реализации всех потребностей студенчества полностью оправдана. Я безумно рада, что выбрала именно Инжикон. Это получилось совершенно случайно, и я не пожалела вообще ни разу. По окончанию университета я планирую поступить сюда в аспирантуру по возможности и, так сказать, остаться в университете. В этом году торжественная церемония посвящения в первокурснике совпала со 105-летием вуза, история которого началась в 1897 году с основания частных счетоводческих курсов, которые уже через несколько лет получили статус вуза. Сегодня на 12 факультетах Инжикона обучают десяткам специальностей. Наши выпускники – такие выпускники, для которых, за которыми работодатели следят, я бы сказала, гоняются. Наши выпускники – это выпускники, которые гордо несут славу экономической науки, инженерной науки Санкт-Петербурга, России, где бы они ни работали.